В общем, как печатать PETG-пластиком, PETG-пластиком на стекле. Если вы не хотите мучиться с геморроем, ну то есть когда на стекле отлипает, либо чересчур сильно прилипает к стеклу пластик от температуры. В общем, вот пластик. Такие характеристики. Берите вот такой клей. Как чуть стол подогреется, наносите. Ну, приличненько так, чтобы липло. И все, пластик идеально ложится. И с первого раза практически. То есть идеально все получается. То есть никаких отлипаний быть не должно. В общем, вот так вот отпечатал. Печатал вот такую платформу. И, в принципе, потом все хорошо отлипло, но при этом держит хорошо, короче. То есть не нужно больше заморачиваться. Берите реально вот такой клей. Никакого гемора не будет при печати любых пластиков на стекле. То есть, чтобы не со стеклом тоже отрывать, да, например, он как бы средняя адгезия. Держит хорошо, но при этом потом можно уже с силой оторвать. В общем, вот так.